Друзья, всем здравствуйте! Это город Томск, торговый центр Мега, магазин Фамилия. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного для дома. Деревянные фигурки, статуэтки кошки прибыли к нам из Бали. Большая за 1000 рублей, средняя за 900 и маленькая за 800 рублей. Ручная работа. Постеры всего за 19 рублей. Это распродажа. Правда, их здесь немного вариантов. 30 на 40 размер. Небольшая подставка за 1300 рублей. Натуральный материал. Кашпо жирафик за 500 рублей. Это доломит. Так, вот такое. Сейчас посмотрим, сколько оно. Где тут цена? 979 рублей. Фигурка вот такой, самолет. За 600 рублей. Машинка тоже 600. Милота какая. 17,5 диаметр. 89 рублей. А вот эти тоже не видела. Смотрите. Тоже за 89. Так, и вот такой еще. Это прям для меня растение. 60 рублей. Керамические подставки под ложку за 189, за 229. Подставка под горячее. Индия. Дерево манго. 450 рублей. Значит, надо вот такие витиеватые все сделать. И набор подставок для кружек. Тоже манго. Цена 800 рублей. Тут 4 штуки и сама подставочка для них. А это, видимо, какая-то новогодняя серия, но в Новый год я их почему-то не видела. Это керамика. Целый текст написан. 439 рублей. Где они прятались, не знаю. И есть поменьше. За 439 также. Как много тут интересных экземпляров появилось. А вот такая, например, тарелка тяжелая, керамика, неровная. Смотрите, такая, как будто бы вмятина на ней. Ну, так задумано, конечно. 439. Также за 439. Необычная разделочная доска 31 на 20 сантиметров. Это дерево акация, а ремешок из искусственной кожи. 600 рублей стоит. Огромная миска, это стекло со скидкой с хорошей, 679 рублей. Стоило 1800 почти. Так, а вот такая красота. Ай, нет, это не интересно. Я думала, это стекло, а это пластик. Небольшие салатники. Это каменная керамика. Каллы. 179 рублей.
Небольшая форма для запекания от турецкой Баркам. 199 рублей. Есть еще вот такие формы от этой фирмы для запекания. 229 рублей. Какие хорошие салатнички. Смотрите. И цена небольшая. 129 рублей. Две штуки осталось. Это набор из двух тарелок обеденных за 599 рублей. Керамика. Дерево тут, смотрю, какое-то. Тоже его не видела. 69 рублей сейчас стоит. Ну, какое-то оно печальное, прям без листиков. Кто любит темную посуду, очень насыщенная тарелка, 389 рублей. Это Малайзия. Вот такой значок. Это уже сервировочная доска. Акация. Ну, просто взяли, спил, обработали. И вот вам, пожалуйста, красота. 499 рублей. А блюдо декоративное. Груша и яблоко. Это уже дерево манго и производство Индия. 450 рублей. Так, а яблоко такое же. Так, да, 450. А это целый набор для запекания. Керамика стоит 1300 рублей. Противень тоже керамические. Красивые коврики. Производство Турции. Даже не коврики, а целые ковры. 100 на 200 сантиметров. 60% хлопка, а остальное полиэстер. Цену нашла только на этот. 2719 рублей. Качество хорошее. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения и пока-пока.